Предлагаю готовить ризотто. Первый секрет. Лук берем, шалот. Растопили сливочное и оливковое масло вместе, плюс шалот. Ризотто не бывает без бульона. Причем бульон должен быть пробульон, который у меня сейчас в руках. Вот это у меня куриный. Линейка широкая. Прогреваем бульон. Лук стал прозрачным. Добавляем сюда рис. Прокаливаю немного. Это называется тостатура. Белое вино. Бульон про бульон добавляется в ризотто. И приправленные солью, перцем перепелки отправляются на сковороду. А вот тут, кстати, нам опять бульон про бульон. Помощь! Когда ризотто практически готово, добавляю сюда замоченный шафран, немножко сливочного масла и натертый сыр пармезан. Делаем вот так. Перепелка. Приятного аппетита и хорошего настроения.